Максим Рогов вот уже 2 года как освоил профессию сварщика. Говорит, специальность увлекла его настолько, что молодой человек решил не покидать стены родного колледжа и остался передавать свои знания другим. Максим стал наставником программы «Билет в будущее» нацпроекта образования. Сейчас он проводит открытые уроки для школьников, которым только предстоит сделать выбор. Когда я был учился в школе, нас приводили тоже на экскурсию, какие-то такие мини-пробы. Но раньше же не было «Билета в будущее» такого проекта. И мы приходили так на экскурсию, тоже наставники нам все это показывали. Мне понравилась эта профессия. Уникальность программы в том, что помимо теории, будущие студенты могут погрузиться в профессию и практически. Под присмотром опытных наставников ребятам предлагают изготовить новую деталь с помощью сварочных тренажеров. На это у школьников есть 30 минут. Вова Соломонов учится в 9 классе. На мастер-класс в Самару он приехал вместе с одноклассниками из Отрадного. Рассказывает, сварку опробовал 2-й раз в жизни. Первый раз страшно, а 2-й раз уже как-то не страшно становится. Знания об интересующей профессии школьники могут получить 2 способами. Онлайн на интернет-платформе или выбрать одну из 70 компетенций и приехать в учебное заведение, которое занимается подготовкой таких специалистов. Мы всегда рассчитываем на то, что дети выбирают это один вариант, а когда приходят они уже непосредственно на профессиональную пробу, непосредственно когда они уже в лаборатории проходят профессиональную пробу, то уже у них наступает такой осознанный момент, что пришли на одно, а получается на деле, на практике совсем другое. То есть свои силы, например, поиграть. Изначально вообще вот с детьми пообщаясь, мы пришли так поиграть. А на самом деле потом они выбирают, в дальнейшем выбирают вообще эту специальность или же профессию. За 3 года работы в Самарской области проект охватил 62 учебных заведения, среди них СУЗы и ВУЗы. Более 50 тысяч школьников попробовали на вкус профессию своей мечты и получили рекомендации, куда им стоит пойти учиться и какие учреждения дополнительного образования, кванториумы и технопарки стоит посетить. Проект позволяет ребенку потрогать профессию под руководством опытных профессионалов, и понять, его это или это не его. Потому что когда, например, у нас учащийся думает, что он хочет поступить на такую-то специальность, а это придет, попробует и поймет, что оказывается это не его, что ему это намного интереснее, это другая специальность. И поступив в учреждение, он уже поступает осознанно. Участвовать в проекте могут школьники с 6 по 11 класс. Для этого нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе программы «Билет в будущее», по окончании которой детям выдают сертификат. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.